Оу. Я потерялся. Господа, это так мило. Эти милейшие просто цветочки. Это акация или клен. Я не знаю, что это такое, но оно так мило выглядит. Ритм? Да, пожалуйста. Спасибо за секс. Праздники закончились, а свиньи остались. Ну, как можно вот так вот, блядь, оставлять? Ну, честное слово. Буквально каких-то полчаса, и уже начинаешь весь промокать, и от этого становится холодно. Какой-то хернёй, если честно, мы занимаемся. Там люди творчество пилят, а мы тут... Короче, или ракурс не тот, или локация не та, или вообще нечего снимать. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, меня зовут Валентин Христич. Я надеюсь, вы еще не забыли после праздников. Вы чувствуете себя хорошо, у вас нету переизбытка теста и яиц в вашем организме. Мы не закрывали апрель месяц, и я решил, что раз уж были праздники, и не усложнять вам задачу, пройтись по такому легенькому правилу – это ритм. Что такое ритм? Ритм, как и в музыке, так и в фотографии, это некая последовательность предметов. В музыке это определенные ритмы. Ну, вы понимаете, да? А в композиции это чередующиеся предметы, один за другим, которые позволяют глазу приятно перемещаться от переднего к заднему плану. Самое простое, что приходит в голову, это ступеньки, столбы, деревья. Но мы будем стараться не снимать банальщину, мы будем стараться снимать что-то более интересное. И опять же, мы бы не были проектом «Вставай, снимай», если бы мы себе не вставили палку в колеса и не усложнили задачу. И мы придумали эту сложность, и эта сложность будет правило 30 градусов. Нет, это не текила, хотя, я думаю, не помешало, я же слюну глотнул, не знаю, к чему это. Это будет не текила, это будет не ром, это будет правило 30 градусов. Мы достаем из широких штанин компас, у нас, к сожалению, он только электрический, в айфонце. И чтобы вам жизнь не казалась малиной, мы будем это правило снимать, я надеюсь, вы также будете его отрабатывать, исключительно под углом в 30 градусов. Поэтому, друзья, не вижу повода не начать, пойдемте растрясем наши пасочки и... Ладно. Чтобы не брать в кадр банальные какие-то сцены с созданиями, я решил, что сделать его в отражении в луже будет типа сложнее и интереснее. Поэтому фоткаю через лужу. А, кстати, 30 градусов, господа, какая лужа? Я уже вижу, что это надо делать в обратную сторону. Вот эта вот штука, правило в 30 градусов, она еще позволяет менять твое видение, менять ракурс, потому что если ты стоишь с одной стороны, тебе кажется, что здесь красиво, становишься под 30 градусов, а там совсем все по-другому. Либо полный отстой, либо наоборот открываются новые горизонты. Если бы не 30-ка, я бы не увидел такую вдаль уходящую штуку. Само по себе правило достаточно тривиальное, поэтому, чтобы вам было интересно и не скучно, усложняйте его, добавляйте туда предыдущие правила связи подобий, компонуйте передний, средний, задний план. То есть хотя бы пару планов компонуйте, чтобы была фотография немножечко интереснее. Потому что сами по себе ритмичные предметы – это такое фотографирование каких-то узоров,
Ну, это такое скучное задание. Если снимать в солнечную погоду, то широта творческих каких-то мыслей, полета мыслей намного больше, потому что есть тени, и можно с тенями очень много всяких интересных штуковин делать. Мы почему-то так складывается исторически, постоянно выходим на съемку, когда либо дождь, либо тучи, либо холодно, либо еще что-то в таком духе. Прекрасно компонуются всякие ритмичные предметы на длиннофокусную оптику, так как сжимается перспектива, и выстроить предметы в таким более правильным ритмичным образом намного легче. Как зовут? Меня зовут Настя. Ой, какие теплые руки у Насти! Проект «Вставай и снимай». Скажи, что, пожалуйста, что такое ритм? Ритм? Ритм. Последовательное движение. Движение? Или звучание, которое повторяется в определенном темпе. Ага. В танце, в музыке, где еще бывает ритм? Ну, я бы сказала, что... Где-где? Но лучше не буду. А, не, ну скажи, пожалуйста, где еще? У нас все можно, у нас не телевизор. Ну, в сексе. В сексе. Ритмичное движение. Друзья, музыка, танцы и секс. Мы ищем ритм в изображении. Скучная история такая. Но. Спасибо за... Хотел сказать спасибо за секс. Но я имею в виду, ну мы понимаем, о чем мы говорим, да. Два года назад на Сагайдачного, здесь в Киеве, на Подоле, мы встретили одного очень, очень жизнерадостного мужчину, такого высокого, статного, в шляпе. И он является, наверное, таким ярким примером того, как нужно в возрасте, будучи в возрасте, вести себя. Тот человек, который сказал, что не сердце качает кровь по организму, а жопа. Я иду там. Да. Кто-то считает меня за доктора наук, кто-то считает за большого предпринимателя, и свои товары предъявляют. Я очень благодарен вам за то, что вы потратили свое драгоценное время и подарили нам... А что я потратил свое время? Ну, вы знаете, сейчас... Я заполнил свое время. Пробрались мы к вам наконец-то. Да. Ну, пошел на улицу, солнечный день, я веселый, жизнерадостный. И тут попадаю на скользкую горку, которую мог спокойненько обойти. Ну, переоценил себя, упал. Что повредили? Ну, тазобедренные суставы-то. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что ну, вам никто не помогает? Просто я ж одинокий, но многие люди, так сказать, многим людям я симпатичный, в свое время помогал. Ну, исчерпались эти просто мои кредиты. 76-77 ничего не беспокоило, все было хорошо. Можно сказать, что не беспокоило. Это прекрасно. Пусть и дальше вас ничего не беспокоит. А как вы поддерживаете здоровье так? Я просто его не угробляю, да и все. Что порекомендуете молодежи? Ну, надо шевелиться, вот хотя бы по капут за ниши. Делать зарядку? Ну, это не зарядка, это образ жизни. Я понял. Хорошо, Владимир Витальевич. Спасибо вам за беседу. Вы так крепко руку жмете, что мне аж неловко. Сила есть, значит, все будет хорошо. Вставай, снимай. Всего доброго. Я оставлю ссылочку в описании, мы попробуем собрать 5000 гривен. Это будет, я думаю, не такая уж большая, сложная и неподъемная сумма денег. Вот. А дедушке будет приятно. Хотя дедушка, если честно, язык не поворачивается называть. Зрелый мужчина, назовем это так.
Я напоминаю, что мы сегодня отрабатываем упражнение «Ритм», хоть оно и не очень сложное, то есть оно совсем простое. Мы усложняем задачу, мы снимаем исключительно в направлении 30 градусов от севера. Мы сегодня еще будем рассматривать такое понятие, как прогрессирующий ритм. Это ритм, который с течением каких-то повторений видоизменяется. То есть если у нас там, грубо говоря, череда каких-то пятнышек, то либо к концу этого ритма они меняют между собой расстояние, либо они увеличиваются, ну то есть либо что-то меняется. Сегодня решили взять настоящий компас, потому что каждый раз напрягает доставать телефон из кармана, потому что мы на него пишем звук. Поэтому у нас сейчас все прям как будто бы капитан корабля, и мы ищем азимут в 30 градусов для того, чтобы найти правильный ракурс. Хотя у меня есть ощущение, что я неправильно меряю. Ну, надо еще расщеклиться, как пользоваться компасом. Буквально каких-то полчаса, и уже начинаешь весь промокать, и от этого становится холодно. Плюс 6 и дождь. Поехали дальше. Ну, короче, или ракурс не тот, или локация не та, или вообще нечего снимать. Друзья, праздники закончились, а свиньи остались. Ну, как можно вот так вот, блядь, оставлять? Ну, честное слово, просто пришли, насрали и ушли. У нас есть огромное желание снять какую-то серию. Она, конечно, не будет немного в формате, но мы подумаем, как это подать. Но это... Но это не налазит ни на одну нормальную голову. Ну как так можно? Пришли, насрали и ушли. Ну честное слово, пиздец какой-то. Зато обратите внимание, как они ритмично расположены, эти бутылки, да? Здравствуйте, помогите изобразить ритм. В смысле? Ну, вот как бы вы изобразили ритм? Визуально. Пульсацией? Кардиограмма? Подскажите, как изобразить ритм на фотографии? Ваше мнение. Приседать, руки ставить, улыбнуться. Мы ходим тут какой-то, если честно, ерундой занимаемся. Можно было просто присесть, расставить руки, вот тебе ритм. Люди очень часто путают ритм с динамикой. То есть для них что-то ритмичное передать в изображении, это значит, что-то должно шевелиться. Поэтому на видео ритм можно передать, но на фотографии люди недоумевают, как это можно делать. На фотографии изобразите ритм? Да, вот одна из фоточек, а вот у вас в телефоне, вот изобразите там ритм. Хорошая компания. Это вы сейчас про музыку? Атмосфера. Ну да, чтобы прочувствовать. И как зафиксировать вот эту вот картинку? Вот так вот. Вы в курсе, что у вас ритмичная рубашка? С ритмом в данной композиции все хорошо. Это прогрессирующий ритм. От левого края мы можем наблюдать более мелкие фрагменты, плавно перетекающие в более крупные части тела, лица точнее, и плавно перетекающие не спадают на ушные раковины и заднетылочные участки головы. Как профессор ритмических наук я вам заявляю, здесь все хорошо. Я правильно сижу на картонах? Друзья, если вы не знаете, что такое ритм в изобразительном искусстве, фотографии, забейте на это, просто выходите и танцуйте. Друзья, не забываем про главное правило сегодняшнего эпизода, сегодняшнего видео, о
мы снимаем исключительно под углом в 30 градусов. Прошу не путать с другими градусами. Вот. Но, тем не менее, на ваше усмотрение вы, конечно, можете менять эти правила. Главное – результат. С прошлого раза, когда снимали кастинг на улице, дождь, капелька дождя попала на матрицу, но, видимо, меняли объективы. И вот пришлось вот такие вот вынужденные меры. Лучше, конечно, на Алиэкспрессе заказать, потому что здесь она реально стоит, ну, нормально денег. Это получается 10 баксов за одну сухую и одну мокрую штуку. Сейчас мы где-то на лавочке сядем, быстренько подчистим. То есть, в принципе, матрица чистая, но вот это вот пятно, капля засохшая, дает такой прям не очень красивый рисунок. Тем более на диафрагме 4 прям совсем печаль. Сейчас сядем как к сиротинушке, сядем на лавочку, на качелечку, почухаем матрицу. Сейчас дождя нету на улице, пыли на улице нету, потому что в помещении пыли будет больше. Вот, но, как тут сказали некоторые люди, может лететь птица и какнуть вам прям в матрицу. Но я считаю, что это будет прям совсем такой джекпот, если такое произойдет. Мы сместились из города в Бацат для того, чтобы немножечко разнообразить наш контент, потому что одни и те же стены, машины, дома, здания. Здесь растения есть, мы будем здесь смотреть, выискивать ритмично расположенные какие-то кусты, камни, возможно. Я потерялся. Надо идти на 30 градусов, я точно знаю. Капитан корабля сказал азимут 30. Не показывайте никому, как я снимаю цветочки. Прекрасно. Они идеально подходят под нашу ритмичную фотографию. А по какому образу вы делаете лица этим куклам? И есть ли у вас парни? Парней нету. Что за дискриминация? Слишком почему? Сложные парни. Слишком сложные лица у парней? Да. Просто прогуливаясь по ботаническому саду, увидеть вот такую вот композицию, которая прямо у тебя создается на глазах. Решил проверить на всякий случай уровень азимута, точнее градус азимута. Действительно, ровно 30 градусов вот в том месте, где я сейчас стою. Я думаю, что вам несложно будет найти в интернете название «Чудики-хранители». Эти ребята есть, ну вот эти вот девочки, они есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Вот, возможно, кто-то из вас захочет купить эту куклу, она стоит не так много денег. Я думаю, что создателю этих кукол будет приятно, как минимум, что вы поделитесь какой-то обратной связью относительно вот этих вот произведений. Но у меня есть, кстати, пожелание относительно ваших кукол. Я хочу, чтобы на верхнем ряду висели мужчины, а на нижнем женщины. Какой-то херней, если честно, мы занимаемся. Там люди творчество пилят, а мы тут лавочки фоткаем, видите ли. Я сейчас постараюсь закомпоновать ее таким образом, чтобы убрать все лишнее, просто была вот эта вот клавиатура. Прекрасно. Просто вообще. Это самая лучшая лавочка за эти 2 дня. Ритмично расчерченная парковка. Неинтересно. Я думаю, что мы даже не будем тратить на это свои драгоценные пиксели. Пойдем поищем что-нибудь поинтереснее. Я когда-то здесь, в этой арке, снимал свадьбу. Только это самое баянистое вообще место в городе. Но я его подам как нечто необычное, нечто выдающееся. Туда. Туда. Ох, сколько ритма, ёпчина-бопчина.
стоило прийти в зоопарк для того, чтобы отложить его на самый последний момент, чтобы увидеть ритм на ритме. Я не знаю, может быть, конечно, посмотри, здесь ритм, и там ритм, везде. Профессионализм, друзья, всего лишь 2 дня прокачиваем ритм в голове, и он уже просто везде Я думаю, что вы сами все видите, да, что происходит на заднем плане. Вы представьте там, на этих лавочках, на этих деревянных настилах, прекрасную молодую длинноногую модель. Пользуйтесь, не благодарите. Надо ходить в зоопарк, когда на улице холодно. Тогда звери, они активничают, они спят летом от жары. Я в глубокой печали. Мы целый день шли к этой цели, мы целый день хотели сфотографировать самый настоящий натуральный ритм, а он пошел уже спать. Ну, на худой конец можно закрыть вопрос с жирафом. Ну что ж, друзья, на этой уставшей, наверное, ноте, потому что мы 2 дня уже ходим в поисках такой простой композиции, как ритм, мы не искали легких путей, мы старались все снимать исключительно под азимутом в 30 градусов. Почему мы так сделали? Потому что это заставляет вас думать, это заставляет выбирать правильный ракурс, это заставляет вас проходить сложность. И это хорошо, это хороший знак. Потому что на протяжении всех этих 2 дней съемок у меня в голове вылазил то фрейминг, то связи подобия. Но больше всего у меня связи вылазило, потому что это, наверное, была одна из самых тяжелых серий, одно из самых трудных правил. Хотя, если хорошенечко приправить соусом ритм, то ритм тоже будет заходить тяжело. Друзья, а смогли бы вы изобразить ритм? Ритм? Да, пожалуйста. Держите себя в руках. Двигайтесь ритмично, снимайте ритмично, находите сложный ритм. И еще в завершении. Если провести параллель с музыкой, то простой ритм, как это говорят, по квадрату, 4 аккорда, оно смотрится и слушается достаточно обыденно и неинтересно. И считается верх мастерства, верх аудиофилизма, если так можно выразиться. Это сложный джаз. Не ищите легких путей. Ищите сложные композиции и наполняйте их смыслом. С вами был Валентин Христич, проект «Вставай и снимай» и бесконечный дождь, который идет, сыпет и сыпет с неба. Не забывайте о том, что у нас есть функция «Колокольчик», у нас есть функция «Подписаться», у нас есть прекрасная опция, вот она именно в таком виде, в ритмичном выглядит, это написать комментарий. Ведь вы понимаете, чем больше вы допишете комментариев, тем длиннее будет этот ритм под этим видео. Ритмичные комментарии от подписчиков канала «Вставай и снимай». А подсними, как я по дерьму иду. Подсними, как я по дерьму хожу. Сейчас я буду вот тут вот блуждать, а ты сними так, чтобы именно вот, короче, по говну, чтобы было видно, что я иду. Есть? А, блогер еще не да, поэтому секундочку, подождите, ребята, я застегнусь. Не уходите, не перематывайте, не уходите на другой канал. Мне нужна ваша активность. Я терпеть не могу пассивность. Поэтому проявите, пожалуйста, свою инициативу и напишите в ниже лежащих комментариях все, что вы думаете по этому поводу. Все. Есть. На очереди очередное правило в трусах у Гали. Раскрыли, крали сейчас. Ну что ж, уважаемые друзья, очередной эпизод на канале. Это, по-моему, не моя фраза. Какие в жопу связь. Да, у меня, наверное, в голове еще яйца с пасочками крутятся. Азимут. Что такое азимут? Неважно. Водочка. А, кстати, водку можно курить?
Да, металлическая композиция из металла. Металлическая композиция из металла. Я говорю, что это пиздец. Честное слово. Как он называется, этот гипертрофированный, модифицированный, видоизмененный ритм... ритм... прогрессирующий. И тут полетел голубь и свернул мне ритмично на голову. Теперь меня будет еще накрывать дня три, наверное. Мне все будет везде мерещиться, вот это вот у меня постоянная какая-то череда в глазах. Не работает. О, а тут сработало. Что, есть там зебры? Блять, там так воняет, что ну его нахер. Тушим свет.